Пятилетняя Алена регулярно проходит реабилитацию в детской городской больнице номер 2. Два года назад у девочки начались проявления парапареза, ослабление мышц ног, связанные с состоянием нервной системы. Родители обращались в разные больницы, но эффективнее всего оказалось лечение здесь. Я считаю, что именно и должен быть таким врач, она всегда пытается разобраться. Единственный врач, который проверил ноги, ее во сне. Мы здесь уже третий раз. Нам очень нравится эффект. Мы ездим еще в Москву, но самый лучший эффект мы все-таки достигаем здесь. Самарская детская городская больница номер 2 проводит реабилитацию детей с тяжелыми неврологическими и ортопедическими патологиями. Для лечения необходимо ультразвуковое обследование. Новый аппарат УЗИ, который поступил в больницу, позволит уточнить диагностику и назначить дополнительные процедуры. Оборудование поставил один из благотворительных фондов, специализирующийся на помощи больным детям. В наше тяжелое время, в период пандемии, мы очень благодарны фонду за то, что они оказали нам данную благотворительную помощь. Благотворительность – хорошая российская традиция. Об этом речь шла на совещании, которое губернатор Дмитрий Азаров провел в формате видеоконференции с представителями крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, общественниками и руководителями некоммерческих организаций. За период пандемии бескорыстную помощь нуждающимся оказали более 200 предприятий. За это особые слова благодарности главы региона. Все участники совещания включились в эту работу. Лично, трудовыми коллективами, своими ведомствами и предприятиями. И, конечно, крайне важно, что сегодня мы все понимаем, как важно объединить наши усилия. Аппарат УЗИ в городской детской больнице номер 2 уже вовсю используется для проведения точной диагностики и позволил оказывать помощь детям на основании уточненных данных. Этот аппарат чрезвычайно важен для наших деток, поскольку мы проводим ботулинотерапию при спастических поражениях, ДЦП, пирамидная недостаточность, и поможет точно и правильно уколоть ботокс для того, чтобы наши детки сделали первые шаги, разогнули ручку, правильно пошли. И еще тысячи детей смогут встать на ноги благодаря использованию современного высокотехнологичного оборудования. Олег Зверев, «События».